Всем привет! Сегодня прислали вот такую вот красавицу. Немножко подварена, но ничего. Сделано хорошо, состояние замечательное. 35-ка. И сейчас буду приступать к ее реставрации. Так что покажу, что с нее получится. Так, ну что, работка потихонечку продвигается. Вовнутрь я еще не залазил. Такое вывожу вверх. Так что работка движется. Так, касочку я как бы вышпаклевал потихонечку. Значит, в чем нюанс 35-й? В ней не было вот этих вот заглушечек вентиляционных. Каким образом я делаю? Беру вот такую вот клепочку по диаметру, чтобы подходило туда. Значит, вставляю ее. Там камеры нету. Вот так вот разворачиваю и вложу в нее шарик из-под подшипника, нержавеющий. И маленьким молоточечком, вот таким вот, я его 3-4 раза стукну. Сейчас неудобно просто видео снимать. Беру вот так гантельку, вот такой штырь, чтобы не поцарапать, ложу тряпочку. Положил шарик, расклепал. Без клея, без ничего. Получается вот такая вот вентиляционная хитрость.